В общем, да, я на секундочку, ну не на секундочку, сколько там будет, не знаю, 15 секунд, попыталась сделать Aesthetic Girl Morning. Мне кажется, это плохая идея. А вообще мы сегодня едем в Реву, это такой польский город, в Реве, там такой Ципель, это такой типа остров, который такой длинный, он находится прямо посреди моря. На фотографиях очень классно выглядит. Как живую покажем, а в реале по-настоящему. Взяла первый раз на ручки сегодня подержать Фредди. Надо будет спать, потому что у нас сколько? У нас 9 часов. Короче, проснулись 8 просто. Эстетик утро закончилось, и мы сейчас сели в машину. Уже сидим там, папа мусор выбрасывает. Мы с Шелькой, прикиньте, я ее посадила в перенос. Я только хотела сказать, что она не пищала, и она стала пищать. Открыли переноску, я думаю, Шеля довольна. Папа пошел за мамой. И тут она лето вообще абсолютно другая. Я даже немного в шоке, потому что я привыкла к тому, что она такая вся серая была, такая не очень. А сейчас вообще класс. Вот. Сейчас мы проезжаем порт в Гдыне, и он, кстати, достаточно большой. Выехали из Гдыни, сейчас едем между деревнями. В деревнях все аккуратно, например, магазины, школы есть. Строятся новые комплексы, в общем, все для того, чтобы хорошо жить. Сейчас мы проезжаем деревню Косаково. Здесь живет примерно 1500 человек. Также здесь находится аэропорт, который обслуживает город Гдыня. Сегодня торговое воскресенье, поэтому здесь поставили какой-то рынок. А сейчас просто полюбуйтесь красотой этой деревни. Машину мы припарковали на паркинге близко к пляжу. Она стоит 10 злотых за день. И вот, наконец-то, мы пришли на Ревский Ципель. Тут вода намного чище, чем в Гданьске. Сами посмотрите. Также она была очень спокойная. Ну и, конечно же, мы покупались. Где-то через пару часов ветер поднялся, и стали приходить вот такие вот люди, которые катались по морю. Такими водными парашютиками. Честно, не знаю, как они правильно называются. Если вы знаете, как они называются, напишите об этом в комментариях.
мы с папой шли назад, эти водные парашютисты стали только прибавляться. Они стали надувать свои парашютики. Представители этого вида спорта постепенно повытесняли из моря отдыхающих, плавающих. А вот тут вот складывают палатку. Мы собирали палатку, водных парашютистов стало еще больше. Когда мы уходили, мы насчитали 24, а позже вообще 32.